Итак, друзья мои, 1 марта. В Москве 13 часов и 47 минут. И, как я вам обещал, что я вам постараюсь сегодня подарить солнце в пасмурном небе Москвы. Обратите, кругом пасмурное. И вот с помощью биополя руки, обратите внимание, я вам достаю солнце. Вот его появление. Вот оно. Обратите внимание. Вот оно, солнце, которое появляется на ваших глазах от силы мысли, взгляда, биополя руки. Вот таким образом я постарался при помощи биополя руки вам добыть солнышко. Итак, друзья мои, вы наблюдаете солнечный диск в пасмурном небе. Как видите, кругом пасмурно, но здесь вы только что видели солнце, которое я вам обещал, что 1 марта я достану солнце. И оно вам показалось. Это не глюки, это сила мысли. Обратите внимание, сила мысли. И вот оно, солнце, проглядывает сквозь эту пасмурность. Итак, весна наступила, весна пришла, и солнце будет радовать вас теперь с каждым днем и поднимать вам настроение. Я снимаю влияние на небесную канцелярию. Еще раз, от силы мысли, взгляда вы наблюдаете солнечный диск. Вот он. Вот он. Так. И я снимаю влияние. И сейчас будет все так же пасмурно, как и было до этого момента. Вот вам солнце. Подарок. И весна вступает в свои права. Летит моя ворона, пролетает. Вот вам подарок поярче. Итак, друзья, обещанное слово я сдержал. Вы видите солнце. А кругом, обратите внимание, кругом пасмурно. А под окошком у меня уже начинают вылезать подснежники. Итак, солнце в небе – это 1 марта. 17-го года. Обещанное слово сдержал, и это действительно 1 марта, год петуха, вот они, это его сыночек, это 1 марта, и в Москве 13 часов 51 минута, и это 17-й год. Здоровья всем, мира и добра. С весной у вас, друзья. А мы, как всегда, любовались весной. Итак, друзья мои, еще раз для вас я пытаюсь показать вам солнечный диск. Вот он. Другой ракурс. Вот, обратите внимание. На этом я заканчиваю солнечный репортаж, весенний репортаж на сегодня. И
каждый день. Даже если будет пасмурно, я буду стараться вам дарить солнце. Хоть на мгновение, но сила мысли вам всегда покажет солнце. Итак, никаких осадков, которые нам обещали. Друзья мои, все это вранье. Осадки только по вечерам, ночам, когда я буду отдыхать. А солнце для вас от силы мысли. Верьте в себя, верьте в свою силу мысли, она вам поможет.